Уже 10 минут, как должно идти перемирие. Я его встречаю на Южном фронте около города Гадрут. Вчера, во время заявления президента Азербайджана о том, что этот город находится под контролем азербайджанской армии, на самом деле он еще находился под контролем сил Нагорного Карабаха. Сегодня, насколько нам рассказали местные ополченцы, в этот город вошла диверсионная группа азербайджанских войск. Скорее всего, как нам здесь сказали, это были иностранцы. И в городе завязались бои. Сначала по городу ударили артиллерией, но потом начались уличные бои, которые продолжаются до сих пор. Но вот сейчас вы видите за моей спиной дым, который поднимается из Гадрута. Шума боя сейчас не слышно. Возможно, стороны перегруппировываются. Будем наблюдать дальше. Удалось подобраться поближе к городу Гадруту, в котором сейчас идут бои. Здесь работают снайпера. Они говорят, что группа, как они называют, диверсантов, была разбита на две части. Сейчас идет попытка зачистить город от них, а их выдавливают из населенного пункта в разные стороны. Сейчас мы находимся в самом городе Гадруте, в котором идут ожесточенные бои. Спецназ Нагорного Карабаха выдавливает из города диверсионные силы азербайджанских войск. Вот за моей спиной узнаваемая заправка на въезде в этот город. За ней уже пожарища в самом городе.